when playing with that 808. Wendigo. Ну что, Олды, если ваш плейлист не обновлялся с момента последнего вышедшего альбома «Многоточие» или «Города дорог», то самое время смахнуть пыль со своих Олды ушей и прислушаться к свеженькому альбому бывшего участника «Каспийского груза» Брутто, который в сентябре 2021-го выпустил долгожданное продолжение своего сольника «Гаддам». Брутто зациклен на текстовой и смысловой составляющей, поэтому альбом пестрит разнокалиберными отсылками, которые мы, в свою очередь, будем искать на протяжении всего сюжета. Здесь и про старину легалайза, и про рыночные отношения, и про Слима с его шлягером. Успел посягнуть Тимур и на новую школу. Сам же альбом «Чистокровная ностальгия» о том, как застрявший во времени бродяга нулевых учится жить в современном мире, в котором обесценились такие слова, как пацаны, понятия и дружба. Все мы помним, как в рэп-культуре нулевых было модно вставлять на интер песен различные фразы из фильмов, отрывки других песен, да и вообще все что угодно. Для нас карате — это стремление к справедливости, добру, истине. Прочел? Прочел. Ведь с пустым интро твои штаны будто становились уже, а прямой козырек начинал предательски подгинаться. Ну а на самом же деле все это использовалось, чтобы придать песне большего смысла и привлекательности. Ближе к 10-м годам эта мода отмерла, и данное действие уже вызывало больше чувства недоумения, чем респекта. Неожиданно ворвавшиеся в рэп-игру ребята из «Каспийского груза» решили словно прокрутить колесо сансары раньше времени и зачастую использовали в своих песнях отрывочки из тех или иных художественных произведений. Если вы со мной грубы, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. А кто под видом сбора макулатуры унес из квартиры банку варенья и книжку? Я почитаю. Я говорю, воровать тонкий нет, так даже. Ну что тогда, посадят. Доедешь, пиши. В общем-то, все подпривыкли, и слышалось это местами очень даже годно. Страсть Брутто к таким интро не угасла и по сей день, так что на новом альбоме не обошлось и без таких начинок. А услышать мы это можем на первом же треке с альбома «Кадиллак». Мы опять по нулям. Тимур вспомнил творчество старой доброй группы «Легальный бизнес» и их культовый альбом «Рифмомафия» 20-летней давности, вырвав строчки из трека «Фристайл 2». Атакую вас, как кариес, зубная паста, как удар хвоста дракона. От Москвы до Дона пусть спасут мои засылы, все дворы и все районы. Еще будучи подростком, Брутто фанател от их творчества, а в частности от легалайза. В общем-то, данная интеграция в контексте трека звучит очень даже уместно и добавляет первой песне с альбома большего шарма. Мы опять по нулям. Нужен кэш, нужен лям. И только заканчивается припев и успевает начаться куплет, как подлетает еще одна интеграция. Скит с монологом популярного стендап-комика Алексея Квашонкина. Все богатые, крутые, в крутых шмотках и тёлки у нас, и мы их ебём, да? Из текста можно понять, что Квашонкин осуждает новое поколение рэперов с их модой на бессмысленные тексты, где они только и понтуют со своими тачками, тёлками и цепями. Сразу же проводим параллели, вспоминаем хит 2020-го от самого популярного представителя новой школы, олицетворяющего нынешнюю культуру музыки Моргенштерна, с его совместным треком с LG'ем «Кадиллак». Конечно, это можно было сделать сразу, лишь по одинаковому названию песен. Тем не менее, так вышло еще яснее. Брутто является рэпером старой закалки. Он текстоцентричен, поэтому к новому поколению рэперов с бездушными текстами отсылок определенно стоило ждать. Так что в дальнейших треках альбома мы сможем такое услышать еще не раз. Релиз пестрит отсылками, большая доля которых пришлась даже больше на старую школу, чем на новую. Будет интересно. Топим до конца, товарищи. Залетаем на огонек, делаем на раз-два, разносим блю весь ларек, как сабянинская братва. А здесь Тимур вспоминает случай, когда летом 16-го, в ночь на 29 августа, силами властей Москвы были снесены все ларьки и мелкие торговые точки, построенные еще в 90-е. Вообще, отсылочек в первом треке альбома не так много, как в последующих песнях. Тем не менее, можно зацепиться за такой вот панч. Твои деньги мне звонили, чтоб сказать, что от тебя уходят. Эй. И отослать его к строчке из песни «Янг Траппы нет у меня».
будет вполне логично, ведь на момент написания альбома во всех рэп-новостях пестрил заголовок «Янг Трапа выходит из тюрьмы». Так что вполне возможно, что Тимура это могло сподвигнуть ознакомиться с творчеством хайпующего артиста. Кстати, есть еще более безумная теория, но я очень надеюсь, что Брута взял это не отсюда. Звонят деньги. Где мой Грэмми? Ну а вообще это достаточно устойчивая фраза в рэп-культуре, означающая, что рэпера ожидает очередной приход внушительной суммы от какой-либо сделки. Тем не менее, в контексте этого трека фраза обыграна и наделена несколько иным смыслом. Будто герой песни заберет деньги у того, кто эти деньги только что заработал. Этот брут снова в деле против... Там Тимур взял тот же отрывочек из «Легального бизнеса» и на минуточку совместил его со знаменитым треком канадского рэпера Дрейка «Started from the bottom». Сам же трек про то, что Дрейк начинал с самых низов и всего добился лишь собственным трудом и упорством. Совместить несовместимое – это про Брута, этим он и славится. И даже такие мелочи придают неповторимой изящности произведениям альбома. Больше ничего примечательного из первого трека в уши не бросается. Если нашли еще отсылки, то обязательно ждем в комменты. Автор сюжета с небольшого похмелья, так что не судите строго. Сам же трек, как я считаю, это общая отсылка, а может и такой латентный дисс на песню Моргенштерна с аналогичным названием. Брута просто провел параллель и криминализировал эту тему в свойственной себе манере, сделав Кадиллак не гламурной покупочкой и понтами, как у Моргенштерна и Элджея, а настоящей бандитской тачкой. С мыслями по типу «пока вы там с накрашенными ногтями понтуетесь новенькой машинкой, мы едем на ней по реальным делам». Едет Кадиллак по делам. Едет Кадиллак по делам. К слову, хотелось бы сказать, что прокачивает лично меня этот трек куда мощнее, чем у Моргенштерна и Элджея. А учитывая, что он к тому же начнен и смысловой начинкой, то Тимур уделал их по всем фронтам. Кто согласен, ставьте лайки. Едем дальше. А вот интро следующего трека начинается с фразы из культового кинофильма «Жмурки». А вы чё, ребята, все стреляете? А чё? А то, что уже не стреляют. Сейчас по-другому бизнес делают, не так, как ваш. Атмосферку это задает соответствующую. А вы чё, ребята, все стреляете? А чё? А то, что уже не стреляют. Уже в этой песне Брутто не поскудился на отсылки, и фактически весь текст построил именно на них. Начинаем с первой. Ясен хуй, что меня любят за панчи. Ясен хуй, значит Ярослава мальчик. Здесь мы можем наблюдать вордплейчик, связанный со словом «ясен» и сокращением от мужского имени Ярослав. Типа, если ясен хуй, значит Ярослава-то совсем не девочка, а мальчик. Эти дятлы хотят кинуть нас на нас. Устроим для этих дятлов перевал. Но здесь все просто. Игра слов и отсылка к происшествию в окрестностях горы Халатчахль, в результате которого загадочно погибла туристическая группа из 9 человек. После этого случая перевал, где произошла гибель тургруппы, стали называть перевал Дятлова по фамилии руководителя группы. Мы бунтуем дико, например. Эй, это все дико, например. Эй, мы курим дико, например. А вот здесь уже неожиданно подъехала отсылочка к треку Фараона «Дико, например». Ну и куда же без Гуфа с его легендарным «Спасибо Центру» за это. И раз на то пошло, то за помощь в написании «Спасибо Джиниусу» за это. Спасибо Центру за это. Бля, мы даже в лагерях поднимаем монету. Спасибо колл-центру за это. Достаточно простой, но забавный каламбурчик, связанный с тем, что заключенные в лагерях поднимают деньги на доверчивых граждан, для которых они представляются сотрудниками банков и просят предоставить данные карт. Теперь скажите, пожалуйста, три цифры на обратной стороне вашей банковской карты. 7. Далее мы можем услышать по тексту фразу популярного политического лозунга «Мир всем хижинам, война дворцам». Мир всем хижинам, война дворцам. Этот призыв впервые прозвучал в 1792 году в докладе французского революционера Пьера Жозефа Камбона.
Камбон потребовал, чтобы командование французских войск уничтожило везде феодальные порядки и заменяло чиновников старой власти представителями народа. Призыв приобрел популярность и часто звучал как клятва революционеров. Продаются детские ботиночки неношенные, грустно, как и положено. Здесь же Брута отсылает нас к легенде про самый короткий грустный рассказ в мире, который приписывается американскому писателю Эрнесту Хемингуэю. Легенда о происхождении рассказа звучит следующим образом. Хемингуэй, поспорив в ресторане с другими писателями, что сможет написать рассказ всего из 6 слов, написал на салфетке «For sale, baby shoes never worn» и выиграл по $10 от каждого. А вот в последней отсылке все проще простого, гуглить точно не придется. Я решил, что сочиню тебе этот гангстер-рэп. Я решил, что сочиню тебе этот гангстер-рэп. Быть может, зря я сочинил тебе этот гангстер-рэп и пою тебе его после дома твоего. Wendigo. Третий трек с альбома явно вышел на славу и уже точно является одним из хитов второй части God Damn. Имя ему «Бандит». Удачным он вышел в том числе благодаря очень мелодичному припеву, который исполняется женским вокалом. Саму солистку зовут Мария, никнейм которой Саша Кислота, а нашел ее Брутто благодаря Брик Базуке, с которым они достаточно плотно общаются. Я вспоминаю, что я слышал вот эту девочку, узнаю у Брик Базуки, он говорит, да, это Мария. Вокалистка, с которой мы работаем. Посыл трека явно серьезный, но даже в него Брутто умело интегрировал забавный панч с отсылкой на американского хип-хоп-исполнителя Кёртиса Джексона, более известного как 50 Cent. Стаса стреляли 9 раз. 50 Стас. Дело в том, что в 2000 году на Кёртиса было совершено покушение. Будущую мировую звезду было выпущено 9 пуль. 50 получил серьезные ранения и едва выжил. Брутто рассказывает, что и в российских тюрьмах есть немало персонажей с такими историями, как, например, человек по имени Стас. Это не наколки, это родимые пятна. Перекинут в бур, да и ладно. Бур – барак усиленного режима. Попросту – внутрилагерная тюрьма. Там держат заключенных до полугода за различные нарушения. Пуля, как Москва, не резиновая. Вся моя братва нафталиновая. С нерезиновой пулей, думаю, все предельно ясно. А то, что братва нафталиновая – это то, что в СССР почти во всех квартирах пахло нафталином. И сейчас данное выражение применяется, чтобы описать что-то из прошлого. Умудрился Брутто сделать отсылку даже на самого себя, а точнее на обложку первой части God Damn. Мое будущее в зеркале заднего вида, как на той обложке. К слову, вышел очень классный трек, играющий на контрасте. Милый женственный вокал поет нам о не очень милых делах. Это определенно цепляет. Плет подламинает бабки на подвесной, думай головой. Плетки, кстати, это огнестрельное оружие, ТТ по сленгу воров и другуновка по армейскому сленгу. Прозвали его так за звук выстрела, хлесткого, как хлопок плетки. А подвесной в данном случае – потолок, за которым прячут деньги. Wendigo. Четвертый трек. Очередной эксперимент Брутто вывалиться из криминальной тематики и дать дорогу своему внутреннему стендап-комику. Наверняка Тимур вдохновлялся успехом трека «Шаде» с первой части «God Damn», поэтому решил сделать нечто подобное, но уже целенаправленно. «Шаде ебошит в моих наушниках дни напролет. Ну как ебошит, она поет». На очень мелодичном бите Брутто повествует нам историю девушки, которая отправилась покорять столицу, но в итоге решила не изобретать велосипед и покорилась ей сама, выбрав очень древнее ремесло эскортницы. Отсылками и скрытыми смыслами песня не блещет. Из всего текста можно зацепить лишь за одну такую строчку. Ты читаешь книгу Паулу Коэльо, бич-книга. Так, а почему же книга Паулу Коэльо «Бич-книга»? Так уж довелось, что великий поэт прославился среди российской молодежи ванильными цитатами, которые уж очень полюбились девушкам на пафосе, так скажем. Отсюда и клеймо «Бич» в переводе «Сука». Соединяем «Книга суки». А на аутро мы можем услышать ту же Сашу Кислоту. Велосипед – это такая штука с колесами, которая помогает нам перемещаться. Перед самым выходом релиза в своем паблике ВК Брутто выложил ряд аудио и видеоматериалов, которыми вдохновлялся при написании альбома. Так вот, одним из таких материалов послужил фильм Мартина Скорсезе «Ирландец». И тогда
дома пришлось красить мне самому. Я был в ОПГ, я был в банде. Я красил дома, как ирландец. Что же подразумевается под покраской домов, думаю, можно догадаться и без просмотра фильмов. Метафора состоит в том, что красились эти дома далеко не лакокрасочным покрытием, а выстрелом пистолета, когда жертва стояла у стенки. Красить дома на мафиозном сленге означает заказное убийство. Криминальные пути неисповедимы. Вынесли кассу, как в песне Слима. Ну, здесь все просто. Тимур отсылает нас к строчке припева из песни Слима «Шлягер». Пацаны на Air Max любят басы. Пацаны на Air Max вынесли кассу. Как мы знаем, Тимур всегда был неравнодушен к его творчеству. Людям рута, кэшку житься летает, утает. Так, а вот здесь мы можем слышать строчку из песни «You are nobody» легендарного исполнителя Biggie Smalls, он же Notorious B.I.G. Stop your blood clot crying. The kids, the dog, everybody dying, no lying. Переводится она как «ребенок, собака, все умирают, никакой лжи». Уходить по-русски — это уходить по этапу. Семья по-русски — это там, где когда-то был папа. Уйти по-русски — это переделка фразеологизма «уйти по-английски» с его адаптированием по отношению к российской практике этапирования заключенных. Семья по-русски — это понятие, которое Брутто ввел для русской семьи, приведя аналогию на примере шведской семьи. Я не мастер церемоний, я мастер канителей. Мой стендап — трагедия наблюдений. Есть в стендапе такой поджанр — комедия наблюдений. Это когда комик ищет смешное и необычное в очень привычных и повседневных вещах. Брутто, как уже признанный стендап-рэпер в сообществе, работает в собственном поджанре — не комедия, а трагедия наблюдений. Мой личный рекорд — 6 нападений, все нокаутом. Меня скрутят, как печенье, девочки скаута. Здесь мы наблюдаем игру слов. Героя песни скрутят, то есть арестуют, так же, как скручивают косяк с травой. Трек, который сам Брутто называет центральным на альбоме, является же он сиквелом песни Слима «Шлягер» с альбома «Сен-Тропе». Это было года 3 назад, когда я у него попросил проект по дорожкам. Я говорю, что вот я еще, говорю, не написал, но есть мысль, мне там очень нравится строчка. Эта строчка у меня в голове уже сама достраивает последующие мысли, мой последующий куплет. В нем описано, как сложилась судьба героя после того, как он с пацанами вынес ту самую кассу. По словам Брутто, обложка альбома также строится на этой песне и ее персонажах. Пацаны на Адидасе, где-то на спальне. Пацаны на ДГ и Армане, где-то в Хинкальне. Здесь мы можем услышать голоса российских хип-хоп-исполнителей. Виби из ТГК, Техника, Магу из Черной экономики и Старого Гнома. Пацаны на Сипиком, они двигают толпами. Пацаны не ходят одними тропами, скопами. Интересно, что все они, кроме Виби, отбывали или еще даже отбывают срок в тюрьме. Техник дважды за сбыт и хранение и вождение в нетрезвом виде. Магу 8 лет за разбой с 2012 по 2020. Старого гнома осудили на 8,5 за разбой в 2018. На момент выхода песни он все еще находится в тюрьме и запись производил именно оттуда. Чай, вот и все напитки. Открытки на крытку, открытки с крытки. Крытка на блатном жаргоне — название исправительного учреждения. Отличается от зоны более строгими условиями. Заключенные содержатся не в бараках, как на зоне, а в камерах, как в следственных изоляторах. В крытках содержатся только осужденные по особо тяжким статьям. Следак не слышал про вопросы от Марселя Пруста. Он просто выбивал все признания с хрустом. Брутто затрагивает тему полицейского насилия в России. Опросник Марселя Пруста – анкета с набором вопросов о личных качествах, предпочтениях, желаниях и убеждениях человека. Сам Марсель Пруст не составлял анкет, но его ответы на них стали популярны, и подобные опросники вошли в историю под его именем. Ман, в мое время вообще было грустно. В мое время ебались под Энигму и Уитни Хьюстон. В 90-х годах друг молодежи – это темнота и немецкая группа Энигма, славящаяся медитативным по тексту музыки. А вот эту песню Брутто полностью посвятил нагремевшему инциденту не только в рэп-сообществе, но еще и во всех отечественных СМИ. Участников популярной рэп-группы задержали сотрудники уголовного розыска. Музыкантов подозревают в торговле наркотиками и не без оснований. При обыске у артистов оперативники нашли 18 килограммов марокканского...
Миша. Если коротко, то речь идет о московском андеграунд-коллективе «Рыночные отношения», которых в 16-м задержали с 18 килограммами марокканского вещества в машине. Двух участников которого, бразильца и Оста, осудили на 6 лет по... Русская народная – это не Катюша. Русская народная – это 228. А вторые два, Румян и Сыт, предали своих товарищей, пошли на сделку со следствием и получили условные сроки. У меня холод, баланда и недосып. А ты на воле доволен, Румян и Сыт. На воле, Румян и Сыт. Согласитесь, гениальный панч. По сути, весь трек является диссом на них. 7-5-0 было на багажнике. И ты вроде был отважный тип. У бразильца на BMW 7 серии на багажнике шильдик 750. Не забыл Брута и про аутро. Использовал знаменитый момент из фильма «Бумер», который сюда очень напрашивался. Трек, который точно не оставит вас равнодушным и заставит пустить скупую мужскую слезу. Ностальгия в чистом ее виде. Думаю, нет смысла вникать детально, ведь для нового поколения слушателей потребуется выполнить полноценный разбор. А вот олды все поймут и без этого. Для моей мамы правила Аэрофлота хуйня. Она обеспечит маской сначала меня. При неполадках в полете, когда выпадают кислородные маски, рекомендуется сначала надеть ее на себя, а потом уже только на ребенка. Мы знали, что мусора двигались по старинке. Чем глубже глубинка, тем глубже дубинка. Здесь же снова поднимается речь о полицейском насилии. Я не Брюс Уиллис, что пятками по разбитому. Я в обуви по помытому. В фильме «Крепкий орешек» герой Брюса Уиллиса в одной из сцен с перестрелкой был вынужден бежать по осколкам стекла. Я не верю в плохие приметы, но все, кто пели про панду, пропали. Брута говорит о двух исполнителях – Цыга и Дизайнер. Оба в свое время выпустили по всенародному хиту с названием «Панда», и оба так и не смогли повторить успех, пропав с радаров широкой публики, повесив на себе ярлык авторов одного хита. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Посмотри, ведь это рядом наша панда. По итогам года этот трек попал в топ-30 треков Apple Music. Не знаю даже почему, но это один из моих любимых треков с альбома. Хотя все же знаю, потому что его меланхоличное настроение ярче других передалось мне в сознание через звук колонок. Мы определим пидораса на глаз. Побрил бровь, пидорас. А это Тимур выдал панч по поводу моды на выбритую полоску на брови. Вполне возможно, что эти строки родились еще в момент, когда он писал про Цыга, у которого как раз такая полоска присутствует. Тем не менее, вот вам небольшая историческая справка. Первыми такой тренд ввели в моду хип-хоп-звезды в конце 80-х, такие как MC Big Daddy Kane, который считается основоположником тенденции. Боу-Боу, дуэт Крис Кросс, Солджа Бой и Ванила Айс. Не исключено, что у некоторых из этих представителей дерзкого искусства пробелы на бровях появились незапланированно, как шрамы после драк или слишком зажигательных вечеринок. Однако они не стыдились их и не зарисовывали карандашом, сделав из пробелов на бровях своеобразный символ, обозначавший причастность к крутому творческому комьюнити. Как в то время, так и в сегодняшнее у нормальных пацанов к таким бритым полоскам не совсем толерантное отношение. Отсюда и панч. Я рыдаю с песни «Мамонтенка» каждый раз. Я рыдаю с песни «Мамонтенка» каждый раз. Ну и опять же, все олды поймут. Речь идет о песне из популярного советского мультфильма «Мама для мамонтенка», 81-й год. И что бы хотелось сказать в заключении, не знаю, какой Брута в жизни, но в музыке он явно перфекционист. Альбом вышел без сучка и задоринки, где все продумано до мелочи. Причем отчетливо заметно, что это качество растет из трека в трек. Даже не могу представить, что нас ждет в дальнейшем творчестве. Я прекрасно понимаю, что на такие продукты уходит уйма времени, и всех настоящих творцов периодически настигает творческое выгорание. Но надеемся, что Тимур запилит нам что-то новенькое как можно быстрее. Думаю, все меня здесь в этом поддержат и прожмут лайк. И на этом все. Берегите себя и своих близких. Мир всем местным. Многие из вас не доверяют биткоину. И это понятно из комментариев к нашим последним роликам. Но это круто. Это означает, что мы еще в самом начале развития. Я уверен, что в перспективе 3-5 лет все будет стремительно меняться. Преимущество биткоина заключается в том, что я могу переслать абсолютно любую сумму любому человеку в любую точку земного шара, минуя банки и возможных посредников.
На биткоин не могут повлиять санкции. Это очень актуально в наше нелегкое время. Во-вторых, некоторые страны уже сейчас принимают биткоин в качестве формы оплаты. Первой такой страной в мире является Сальвадор, и за ней начали подтягиваться и другие. Если мы говорим о криптовалюте, то это то, что выходит за рамки национальных границ. Криптовалюта, конечно, она может быть расчетной единицей. Ну, для того, чтобы переводить средства там из одного места в другое, да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно. Наш путь будет долгим. Но когда остальные страны последуют примеру Сальвадора или расчеты за нефть начнут производить в криптовалюте, курс будет неминуемо расти. А сейчас мы находимся в самом начале пути новой международной формы денег. Я рекомендую сервис, которым пользуюсь лично, и разыгрываю деньги, которые я поднял на биткоин. В новом году я желаю вам разбогатеть вместе с нами.